Антон, добрый день. Добрый. Давно не собиралась команда, уже больше 9 месяцев. Приятно ли вернуться в Новогорск? Какие первые были ощущения, когда появился на базе после игры с «Зенитом»? На самом деле была уставшая, так как игра была тяжелая. Но на следующий день собрались, всех ребят увидели. С кем-то до сих пор сейчас общаемся, кто-то рассказывает свои истории клубные, поэтому очень позитивно, очень весело. Рад был всех видеть и снова вернуться в национальную сборную. Через два дня уже игра с национальной сборной Сербии. Это, ну, как считают многие эксперты, очень серьезный соперник. Знаешь ли ты кого-то из игроков, встречался? Может быть, вообще какая у тебя есть на данный момент информация об этой команде? Ну, сегодня будем уже непосредственно разбирать саму сборную, так как, конечно, именно слышал, многие ребята играют в европейских топ-чемпионатах, поэтому знаю, что сильная команда, ну, тем интереснее будет играть, и для болельщиков будет интересно смотреть такую игру. Вообще, ты знаком с этим турниром Лиги Наций? Например, тренерский штаб постоянно отмечает, что играть все равно в таком официальном турнире лучше, чем нежели проводить обычные контрольные матчи. Насколько помню, я, по-моему, не играл в Лиге Наций. Это будет первый мой такой турнир. Но, знаете, для меня каждый матч – это очень серьезные, это очень показательные игры. Поэтому чем официальнее, тем, наверное, и отношение к самой игре будет серьезнее и более сфокусированное. Поэтому этим и лучше, наверное. Сейчас часто приходится играть, практически два раза в неделю. Выдерживаешь ли? Каково тебе сейчас твое физическое состояние? Да, непростой период, согласен. Тут главное уметь восстанавливаться правильно. Поэтому у нас хороший медицинский штаб, поэтому все хорошо восстанавливаются. Все, я считаю, что и я в хорошей физической форме, поэтому чувствую себя прекрасно. Естественно, сам понимаешь, что без вопросов о брате не обойтись. Многих интересует твое мнение по поводу этого события. Было трогательное прощание Леши вот на последнем матче. Скажи, вообще он с тобой советовался, когда принимал решение переходить в «Аталанту» или вообще в зарубежный клуб? Тут советы, наверное, тяжело давать. Естественно, мы общаемся, естественно, я понимал, что есть желание, есть предложение. Естественно, мы разговаривали, обсуждали эти моменты. И, опять же, «Аталанта» – топ-клуб, сейчас выходит на новый уровень. И я считаю, что для него это очень хорошее предложение. Я верю, что он там раскроется и покажет себя с наилучшей стороны. «Аталанта» хорошо играет в Еврокубках, вообще называют очень самобытной, интересной командой. Наверняка тоже ты видел ее выступление. Что ее отличает? Как Алексей может грамотно вписаться в эту команду? Вот какие-то нюансы подметил наверняка. Слушайте, Леша профессионал, хороший игрок с хорошей головой, поэтому уверен, что впишется. Знаю, что очень любит тренер атлетичный футбол, очень много работает на физику. Тем лучше для Алексея, поэтому уверен, что все сложится хорошо. Лично для тебя все равно, ну, не близкий человек, когда вот уходит из коллектива, вот каковы это твои личные переживания, может быть, вот как, что ты скажешь? Вы знаете, это очень тяжело, наверное, сейчас еще не осознаю до конца, вот как все-таки большее время проводим в клубе, поэтому сейчас вернусь в клуб, и когда придешь в раздевалку, уже не будет твоего близкого человека рядом. Это, конечно, непросто, но это футбол, мы были готовы к этому, поэтому я уверен, что мы увидимся с ним еще на футбольном поле. Вот Леша великолепную форму набрал, забивал много, ну, провел, ну, можно сказать, очень хороший отрезок сейчас до отъезда в «Аталанту». И вот такой вопрос тебе тоже от журналистов. Может быть, ты ставишь теперь себе цель стать, ну, таким лидером полноценного «Локомотива» вместо него? Вы знаете, хороший вопрос. Тут я не хочу как-то загадывать что-то и какие-то прогнозы делать, какие-то обещания буду давать. Я буду отдаваться на 100%, буду делать максимум, что от меня зависит, и время покажет, футбол покажет.